Одна из форм занятости детей в летний период – это дворовые площадки. 1 июня они начали работать. На открытии одной из них в Славянске на Кубани побывала наша съемочная группа. Работа детских площадок этим летом организована во дворах более 10 многоквартирных домов Славянска на Кубани. С началом лета юных славянцев поздравил глава города Александр Коновалов. Поздравляю вас от души. Самое прекрасное время. Вы хорошо потрудились в школе. Теперь нужно хорошенечко отдохнуть, набраться сил. В рамках праздника Дня защиты детей и первого дня лета Александр Коновалов подарил ребятам необходимые атрибуты активного отдыха – спортинвентарь. Во время каникул на таких площадках юные славянцы могут с пользой провести время, участвовать в спортивных соревнованиях, завести новых друзей и просто отдыхать. Одним словом, местной детворе скучать не придется. Тем более, что с детьми занимаются молодые вожатые – прошедшие специальное обучение. С ребятами они будут проводить активные игры, творческие занятия и конкурсы. Ребята на этой площадке очень добрые. А главное, они мне всегда помогают во всем, во всех мероприятиях, которые я устраиваю, буду устраивать, и которые организовывают какие-то важные лица. Вот. На этой площадке мы соблюдаем чистоту, защищаем природу. Я активно принимаю участие во всех соревнованиях спортивных, и они тоже. По словам юных славянцев, о том, как пройдет лето, во многом зависит от вожатой. Ведь именно она организует развлекательную программу и задает настроение всем. Мы играем с нашей вожатой. Она создает нам самое веселое этим летом. Потому что вожатые обычно попадаются харизматичные и веселые. Вожатые всегда помогают нам проводить лето весело. Мне очень нравится моя вожатая, она интересная. Мы любим еще играть в футбол, в тарелку, много еще чего. Мы здесь с друзьями собираемся, играем, устраиваем пикники. Здорово здесь. Площадки будут работать каждый день с 17 до 21 часа. Впереди у славянских ребят 3 месяца полных веселья и активного отдыха. Можно с уверенностью сказать, что их они проведут интересно и увлекательно. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».